В администрации Люберецкого района прошло расширенное заседание. Представители городских поселений отчитались перед главой о готовности к холодам и проведении необходимых ремонтных работ к началу отопительного сезона. В ходе совещания выяснилось, что не в полной мере к зиме готовы в Октябрьском и Малаховке. Проведение отопительного сезона – ответственный период для руководства муниципального образования. Для того, чтобы он прошел без чрезвычайных ситуаций, подготовка к нему начинается задолго до наступления холодов. Уже к 15 сентября в Люберецком районе степень готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях составляла 100%. Мы прогнозируем, какие могут быть ситуации нештатные. Поэтому у нас сегодня повсеместно есть и аварийные группы, аварийные бригады. Мы сегодня максимально используем современные технологии с точки зрения контроля за тем, что происходит у нас на сетях электрических, тепловых. По просьбе жителей отопительный сезон в этом году стартовал на 10 дней раньше запланированного срока. Сначала подача тепла была запущена в объектах социальной сферы, а затем в жилых домах. На подготовку к осенне-зимнему периоду в Люберецком районе затрачено 778 миллионов рублей. Подготовлены к прохождению отопительного периода 13 учреждений здравоохранения, 4 физкультуры и спорта, 6 объектов культуры, 100 школ, детских садов и других образовательных учреждений. За период подготовки жилищного фонда к зиме госжилинспекция проверила около 750 домов в Люберецком районе. Почти в половине из них выявлены нарушения. По словам специалистов, хуже всех к отопительному сезону подготовились в Малаховке и Октябрьском. В домах зафиксированы такие недостатки, как подтопление подвалов, нарушение теплоизоляции и теплового режима. В том же самом поселке Октябрьском я сам был и сам смотрел эти дома. С учетом подписанного паспорта, где стоит подпись главы либо заместителя, который утверждает, что дом готов, в домах даже система не была прессована, и система была без теплоносителя. Это говорит о том, что та же самая котельная не работает. А управляющие компании, которые лучше всех справились с задачами и показали наилучшие результаты – ЛУК и ЛГЖТ. За добросовестный труд и профессионализм глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ужицкий в торжественной обстановке вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам сферы ЖКХ. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.